Привет, с вами Музей роботов-трансформеров, и мы сегодня обозреваем модель Bulkhead из серии Transformer Prime Best Hunters Cyberverse. Это у нас Commander класс. Размерность этого персонажа. Он выполнен в таком интересной расцветке, с такой вот, не знаю, усилением, шипы, такой отбрасыватель. И идет в комплекте вот с такой вот, не знаю, бластер, ракетница, вот этот снаряд, плюс топор. Он не очень удобный, конечно, поскольку он вращается. Ну, например, можно вот поставить сверху. Вот. Ну да, такое оружие, какое есть. Так, ну что касаемо этого броневика. Кто-то говорит, что это стилизация джипа Хаммер Нова. Но я, если честно, не очень заметил схожесть. Но, возможно, она и есть. Так, и трансформируется это все очень прикольно. Для начала откроем вот эту часть. Потом откроем эту. И мы уже видим его голову. Далее идет вот эти вот колесики. Открываем ручки. И потом идут ножки. Ножки с этой стороны. Да, вот они туда заводятся. Здесь вот. Потом фиксируем. Здесь вот есть зацеп. И прямо на пузике. О, все, встал на свое место. Так-то прикольно выглядит, конечно. Нога сюда. Нога сюда. Где-то в чем-то даже мне больше нравится трансформация именно этой модели, чем его аналог Voyager. Роботы in Disguise 2012 года. Но это точно. Не совсем точно. Это молд и этого же персонажа Cyberverse Transformers Prime. Вот такой вот Bulkhead. Давайте его рассмотрим. Интересная стилизация, как будто шлем викингов. Не факт, что викинги ходили, но все почему-то считают, что викинги ходили в походах, в похожих шлемах, или шлем варвара. Да, минус — это полая спина. Ну как минус? Могли бы чем-нибудь и закрыть. Например, здесь вот какую-то штучку, пок сюда и все. Вот такой вот интересный персонаж. Да. Топор берется в руки. И в принципе, если бы не вращение вокруг вокруг снаряда, было бы классно. Так, ну что насчет подвижности? Подвижность какая-никакая есть. Ну вот. Хоть и на болт-джойнте плечо, но сильно не поворачивается. Рука на болт-джойнте. Нога, в принципе, вперед-назад и чуть-чуть в стороны. Хотя, в принципе, не совсем чуть-чуть. Шпагат можно сесть. Хорошо, давайте трансформируем обратно этого героя. Все ровно, да. И фиксируем. Вот этот классно. Вот этот элемент мне очень нравится. Он очень плотно соединяет и руки, и колеса,
и задний бампер. Так, далее. Отцепляем. И ставим. Ну, тут, в принципе, нормально все. И плотно закрываем лицо и голову и крышу. Все готово. И при этом это полноценный маленький автомобильчик, маленькая модель автомобиля. И она очень-очень хорошо может ездить по ровной поверхности. На этом можно завершать обзор этой увлекательной модели. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей, становитесь спонсором музея. И если у вас есть старые ненужные игрушки, подарите их в музей. Музей их сохранит, позаботится и даст возможность увидеть их в будущем поколении. Всем до скорых встреч!